Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я решила сделать вам рум-турчик по моему маленькому офису. Совсем недавно я сделала небольшую перестановку, а я вообще, знаете, очень люблю, когда у меня подруги или мама, или вообще кто-нибудь из знакомых делает дома перестановку. И когда ты приходишь в дом, в который ты привыкла уже видеть одну обстановку, и видишь другую, блин, что-то новое такое. Вообще я в жизни люблю все новое, люблю, чтобы все менялось. Не люблю одно и то же, и меня это все время наскучивает. Поэтому у меня появилась возможность сделать небольшую перестановку, потому что я решила, что нужно со своей старой квартиры, которую я продаю, забрать шкаф, который я заказывала совсем недавно. Он новый там, да, шкаф получается. И он, блин, был создан весь по моему проекту. Я решила его на съемную квартиру перенести. Думаю, ничего страшного, буду переезжать, закажу КамАЗ огромный, валю туда вещи все и перевезут мне все, что нужно. Я просто боялась лишний раз что-нибудь таскать, думаю, потом переезжать. А потом думаю, ну мало ли, сколько я здесь проживу и как оно будет. Хочу жить в комфорте, поэтому решила перевезти. Еще тут один момент, что ничего нельзя нигде дробить, стены нельзя... Ну, я и понимаю, конечно, хозяев, но они даже не разрешают какие-то гвоздики, и поэтому у нас... Гвоздики только тоненькие, после которых вообще не остается следов. Поэтому шкафы, они мне в помощь будут. В них можно хранить очень много вещей. Поэтому сейчас я вам покажу, как я все здесь обустроила. Не все еще я, конечно, здесь обустроила, но в общих чертах я вам все покажу, потому что мне уже очень хочется. Тем более я знаю, что вы любите такие рум-турчики. Но это будет у нас мини-рум-турчик одной части моей комнаты. Сегодня, кстати, необычный день. Сегодня день рождения моей мамы. Я ей вот сегодня подарила вот такой вот букет роз красивый. Вот прям все нежное, говорю, розовое. Она у меня очень любит розовый цвет, так же, как и я. Поэтому, знаете, мать и дочь, сами понимаете, да? Я знаю, что ей нужно подарить. Значит, смотрите, что я здесь сделала перестановку. Вот эта вот ширма, которая у меня была, я ее поставила за диван. Диван, честно говоря, мне не нравится цвет моего дивана, я его постоянно чем-то заправляю. Больше всего люблю, когда он заправлен белым покрывалом. И вообще я люблю либо серый диван, либо белый диван. И либо розовый. Розовый просто надоесть может. Ну вот белый диван самый идеальный, но приходится справляться и накрывать. Это я сейчас набросала так подушечки, чтобы было красиво. Love из фикс-прайса. И в общем-то мне кажется, что, знаете... Я очень люблю еще белые стены, помимо того, что я люблю белую мебель. Ну и как раз, вы знаете, вот у меня уголок, он получается, видите, он такой весь прям беленький. Это я уже свет выставила, чтобы вам поярче было видно. Да, угол весь получается такой беленький, и в принципе мне нравится ширма там. Хотя не всем она нравится, но пока она мне нравится, она будет там стоять. Кстати, приобрела себе вот такую вот вещь. Happy Birthday, правильно, да. Просто у меня выпадали эти циферки, пока я тут делала все. Happy birthday, mom. Да, mom. Happy birthday, mom. Happy, happy. Thank you, тебе надо говорить. Thank you, thank you. Значит, смотрите, вот эти два шкафа, которые я привезла, вот они так и стоят. Основной весь хлам и все, что нужно, и все не нужно, все, конечно, там. Наверху, как видите, это я совсем недавно приобрела из фикс-прайса, охренительные боксики. Вот они большие, вместительные, кстати, вот моя коллекция кепок. Я в них практически не снимаюсь, очень-очень редко, но я очень их люблю коллекционировать. Если я куда-то еду и вижу классную кепку, я не могу мимо пройти. Вообще, с годами я о себе очень много начинаю узнавать, что я люблю кепки, но не ношу их, и много чего другого. Я люблю блокноты, но у меня уже блокнотов столько, что уже просто, я не знаю, их просто надо дарить, отдавать. Здесь у меня лежит все, что на подарки. Я отдаю, раздаю и так далее. Здесь у меня и лежат всякие заказы AliExpress, FixPrice, которые можно еще делать какие-то обзорчики или пробовать, или то, что я еще не пробовала. Здесь у меня бижутерия, а там у меня для рукоделия все. То есть, если я хочу сделать handmade, что-то сшить, что-то там, не знаю, связать, приклеить, одежда или что-либо другое, это все в той коробке. И, кстати, вот эти штучки, наклейки, они тоже из фикс-прайса, и они очень удобные. Я буквально сегодня их наклеила, потому что каждый раз, когда я сюда залезала, я все время вот так наклоняла, что же там у меня в коробке, что же в коробке. Мне это безумно бесило, я прям хотела написать скорее, чтобы было все окей. Значит, здесь у меня еще не совсем все убрано.
Тут у меня разные коробки лежат. Вот здесь у меня бок. Вот это тоже из фикс-прайса. Охренительные штуки. Вот здесь, например, у меня все для волос. Всякие украшения, ободки, все-все-все на свете. Это вот для ногтей я тут делаю. Здесь вот эту коробочку я еще не разобрала, но все в процессе. Это бокс я тоже купила, еще его не наполнено. Вот такие боксы новые, это в фикс-прайсе продаются. Здесь у меня ручки, фломастеры, наконец-таки все сложила в одном месте. Здесь у меня косметика, но здесь косметика, которой я не часто пользуюсь, то есть не каждый день, потому что немного неудобно залазить сюда из-за кресла. Видите, вот так неудобно, кресло мешает. Поэтому я туда запихнула, чтобы пореже лазить туда. Здесь в ящике у меня наконец-таки добрались до меня мои книги любимые. Я теперь читаю каждое утро, читаю каждый вечер по возможности. Здесь у меня журналы русские, английские. Тут у меня тоже бижутерия сложная, тут для ногтей все. А вот это я еще немного не разобрала. Тут бьюти-бокс, который надо разобрать. И здесь всякие Денькины поделки. Ну вот книга, которую я сейчас читаю, я уже вам ее показывала, она огромная, я ее читать буду очень долго, она очень-очень толстая. Так, и наконец-таки у меня теперь есть свой вот такой уголок красивый, я хочу его держать всегда вот в красоте, чтобы ничего здесь не было навалено, но, к сожалению, это невозможно. Тут будет периодически навалено, надо будет делать порядочек. Это вот розочки из тех, которые я подарила маме. Еще вот сюда мы ее сделали, Happy Birthday Mom, чтобы была вот такая красота. Здесь, конечно же, моя кнопочка. Мама ходит на фоне, видно, да, на кнопочке? Я не одна. Значит, кнопочка моя. А вот здесь еще я нашла, смотрите, статуэточка. Это, кстати, мне подарили. Международный фестиваль, конкурс вокального искусства. «Звездопад талантов», 2015 год. Да, я даже лауреата первой степени получала. Я разобралась, кстати, вот с этой книжечкой, которая из фикс-прайса. Я думала, что это ежедневник, а это на самом деле 5 years of, и дальше там, в общем, freedom, 100% organic, тра-ля-ля. Ну вот 5 years – это ключевые слова, потому что эта книга, она на 5 лет. Каждый день вы открываете книгу, здесь задаются вопросы вам. Например, в каком ресторане я была в последний раз? И, допустим, 2019 год я это дело пишу. И, например, 2019 год я пишу, в каком ресторане я в 2019 была. А когда я всю книжечку заполню за 2019 год, потом я начну сначала, и это будет уже 2020 год. Короче, мне понравилась идея книжки, она теперь у меня такая настольная, здесь лежит, я задаю, отвечаю на всякие вопросы. Здесь мой компьютер, там я ничего особенного не положила, потому что я хочу вообще красиво сделать вот эти ширмочки. Они немножко поистрепались за то время, пока Денька был маленький, он вечно туда проваливался и мне их ломал. В общем, здесь стоит мой компьютер, здесь стол и здесь я работаю. Здесь вот так вот стульчик стоит. Я вот так сажусь, ну и у меня шикарный вид. Не буду какой вид показывать, в общем, не буду показывать какой вид, но я все вижу. Ну, есть причины, да. Не до конца убрала все. Так, дальше. Это мое огромное кресло. Я еще не до конца убрала вот этот уголочек. Там у меня всякие записные книжки, косметика. Короче, здесь все в подряд, то, что я еще не разобрала. Здесь также из фикс-прайса вот такая штука, где лежат тоже очень удобно вот эти боксы, я же говорю, корзиночки. Например, все провода. USB, карты хранения, мышки, все, что касается электроники такое. И вот вполне вместительное. Мне кажется, здесь очень много всего лежит, а она еще не полная. Здесь у меня лежит все для фона. Кстати, вот, да, вот что за мной. Я переставила вот эту вот полочку. Скорее, мама такую идею подала. И здесь вот у нас так все красивенько. И что я здесь разобрала? Ну, вот тут я стараюсь все разобрать и распихать туда. Здесь должно быть все удобно, потому что сюда очень удобно залазить все время. Здесь вот, например, у меня то, что нужно снять, лежит наверху. Там, здесь, например, детские игрушки, здесь детская одежда, тут тоже то, что нужно снять, вот. И здесь у меня уже красивый фон, просто красивый фон. Сегодня я тоже взяла букетик, специально положила, вообще мне любимый подарил на 8 марта в такой корзинке цветы, и я решила вот эту вот корзиночку оставить, мне очень понравилось, теперь я буду делать фон иногда красивый такой. Такую штучку купила в Икее, тоже мне очень нравится, это с фикс-прайса. Это кто-то мне дарил, по-моему, из Икеи.
Это соль, но мне так нравится она на фоне. Ну, не соль, а вот бомбочка какая-то. Тоже кто-то дарил из девчонок, по-моему. Моя фотография. Фикс прайс. Это тоже из моих подписчиц кто-то делал. Такая штучка из... Не помню из чего, но, в общем, на ней фотографии можно клеить. Тут тоже я еще не доразбирала. В общем, я решила сделать отдельную корзину такую, знаете, где все будет храниться для фона. Я хочу фон делать все время разный, менять его для вас. И вот, например, я когда сажусь делать видео, собираюсь, я сначала займусь фоном как следует, достаю целую свою корзину. Видите, она уже полная. Хотя у меня еще для фона очень много всего. Поэтому мне нужен целый ящик, наверное, будет. Или две такие корзины. Не, лучше одну огромную, я, конечно, люблю. Так, там косметика, которую тоже я еще не до конца разобрала. Зеркало вот это вот страшное я решила спрятать вниз, чтобы оно не тусовалось на видном месте. Вот, здесь у меня что лежит? Здесь мои любимые духи лежат. Я вам уже, наверное, их показывала. Я не знаю, могу еще раз показать. Вот они. Духи не дешевые, стоят дорого. Мне их давным-давно дарили на Новый год. Селективный аромат, очень крутой, классный аромат. Как называется, все время не могу, честно говоря, выговорить. Bodycare The Victorious. Что-то типа того, я не знаю, правильно, неправильно говорю. А вот здесь такая тайная коробочка, в общем, всякие реликвии. Когда я была в Индии, в Тибете, в Гималаях, я, в общем-то, собирала разные реликвии. Вот у меня, например, вот это вот, у меня листики, например, с дерева, под которым просветлел Будда. Представляете? Дерево Бодхи. Да, у нас там был, у нас там было очень интересное времяпрепровождение и, в общем, такая вот память. Но очень много у меня всяких реликвий здесь памятных. Как-нибудь покажу вам, если будет интересно, такую коробочку мою тайную. И эту коробочку я тоже в Индии покупала. Вот, в принципе, и все, да? Здесь вот мой глаз. Здесь моя картина, здесь я, вот две вселенные охраняют картину и маленькая хрюшка. Кисточки всегда должны быть под рукой, поэтому я их положила сюда, я не хочу за ними никуда лазить. Если я крашусь, то я вот здесь вот ставлю зеркальце и начинаю краситься быстро. И мне нужны все мои доступные, ну, макияж, тут вот все дела, все должно быть под рукой. Я должна схватила, засохли губы, я срочно схватила вот это вот и намазала губы. Не люблю все искать. Вот. Ну все, тут пульты всякие. Вот это я сейчас пользуюсь. Том Форд табака ванила. Это тоже делала одна из моих подписчиц. Невероятно безумный аромат. Я кайфую до сих пор. Пользуюсь. Вот. Ну, в целом, вот так вот выглядит мой угол. То есть, 1/4 вообще квартиры теперь просто принадлежит мне. Посмотрите, как мило, красиво все это дело выглядит. А, кстати, под столом черная коробка, как вы видите, да? Ее тоже надо разобрать. Не до конца я подготовилась еще к этому видео, но как есть. Классно? Уютненько? Вам нравится? Вот я буду разные ракурсы теперь искать для вас, чтобы видео были красивые. Еще я жду новый объектив, где тоже и свет, и все, короче, работаю. Хочу, чтобы ваши глазки радовались, как и мои. Ну что, мои хорошие, на этом румтурчик закончен. Я думаю, что, надеюсь, я надеюсь, что вам понравилось. Может быть, что-то вы для себя почерпнули, что-то было полезным для хранения. Вот, у меня все такое быстрое, суматошное. Я такая сама по себе, поэтому у меня такие видео. Если кому-то это нравится, то оставайтесь со мной на моем канале. Если что-то вас заинтересовало и появились какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Вот, я отвечу. Все, а теперь я пойду встречать гостей. Скоро приедет брат со своей женой и моей племяшечкой. И еще я заберу Денечку из садика, и мы будем отмечать мамин день рождения. Она наготовила кучу всего, оливье. В общем, самую нашу любимую еду наготовила. Как на великий праздник. Вот, кстати, маме я тоже купила новую камеру. И, кстати, видео у нее еще должно быть с дня рождения. Кому интересно такие видео смотреть, она там влог снимает. Еще купила новую камеру, поэтому ссылку на маму я тоже оставлю под видео на ее канал. Смотрите, как совершенствуются ее видео, как они становятся ярче, сочнее, красочнее, качественнее. Она, конечно, счастливая, рада. Но ей еще предстоит разобраться с этой новой камерой. Камера такая же, как у меня, потому что
Это Samsung NX Mini 9 мм. Мне эта камера понравилась, она на протяжении там больше года показала себя, кайфучая камера, поэтому я такую же купила маме. Вот. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Ставьте лайк, если понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить новые видео. Пишите комментарии, если появились вопросы. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!